Спортивный праздник открылся маршем Победы на стадионе «Старт». В нем приняли участие учащиеся из всех школ города, а это почти 500 человек. Участников приветствовали представители горадминистрации и ветераны. Затем началась подготовка к самой эстафете. Чувства отличные. Охота бежать за свой город. И победить. Да. Эстафета для школьников на 200 и 400 метров. Финалом соревнований должен стать 5-километровый пробег Победы. В нем помимо молодежи принимают участие ветераны спорта. Для Ивана Никитина это уже 20-летняя спортивная традиция. Посвящаю именно Дню Победы, всей памяти павших и живых. Обязательно будет награждение, будут и кубки, и сертификаты. Самое важное на это мероприятие, что все участники еще получат сладкие призы. То есть никто не уйдет даже просто пустым. Все получат положительные эмоции, соревновательный дух и сладкий приз. Арина Макарова, Константин Белов. Новости Димитровграда.